Всем привет! Купил себе сегодня японско-китайский перфоратор на 950 ватт. Перфоратор Katana HD6120F. Вот наличие зубила, сверло, зубило пикообразное. Патрон SDS+. Также можно менять на обычное сверло. Вот в таком кейсе. Сейчас откроем, посмотрим, что внутри. Застежки здесь уже идут не пластиковые, железные, как обычно. Вот такой кейс. У нас инструкция. Два года гарантия. Кабель вроде бы 2 метра. Вот наш перфоратор. Профессионал типа. Ручка. Ну, качество пластика довольно неплохое. Переключение. Катана здесь уже идет не наклейка, а уже выбита из пластика. Реверс. Влево-вправо. Плавная кнопка включения, кнопка стопор. Здесь у нас переключение сверления, сверление с долблением. Это уже отбойный молоток. Это уже фиксирование патрона, чтобы повернуть лопатку нашу. Патрон SDS+, сменный. Сейчас найдем, где он. Угу. Вот он наш патрон. Даже есть смазка какая-то. Ладно. О, ничего себе, даже щетки положили. Ну, здесь стандартный набор сверл. Это у нас ограничитель. Ну, понятно, здесь вставили, зафиксировали. Вот отверстие. Что у нас здесь еще интересно? Ну, сейчас открою, посмотрим, что-нибудь просверлим, продолбим. Достал сверла по бетону. В комплекте, значит, на 6, на 8 и на 10. Так. Вот такие лопатки. Заточка, конечно, не очень. Ну да ладно. Вот такая пика. Перед тем, как ставить сверло в патрон, обязательно смазываем его немного. Есть специальные смазки, но у меня пока ее нет. Я смазал обычным литолом.
просто проверить. Нашел в подвале кусок цемента. Ему лет 5, наверное, уже лежит. Застывший, как камень. Сейчас попробуем. Режим просто сверления поставим. Попробуем. Вроде сверлит. Сейчас переключимся и попробуем еще раз. Ну, в режиме сверления долбление идет как масло. Поменяли на лопатку. Попробуем. Возьмем кирпич обычный. Вот. Только дотронулся. Ну, с этой пикой тоже все понятно. Показывать уже не буду. Принцип будет тот же. Пику я немножко подточил на наждаке. Уже была чересчур туповатая какая-то. Теперь меняем патрон на обычный. Этот мы сняли. Поставили обычное сверло. Ограничитель глубины. Ручка эта съемная. Можно открутить, повернуть как удобно. Работает вправо. Переключаем реверс щеточный. Работает влево. Посмотрим, сколько он прослужит. Всем пока.